Cosa metto? Troviamo metà. Dove metà? Grosso. Sto fuori ora. California's better than a Benny school. Boys are first for them. Троянский конь. Мы попали в засаду. Находимся под плотным огнем. Прием. Сэр, второй взвод докладывает. Они попали в засаду. Есть потери. Нужно отправить к ним третий взвод. В укрытие! Проверьте раненых, уточните потери. Окопаться.
подметить ранее у того термитника. Ай-яй-яй. Миномет, сэр. Вовремя, ребята. Отличная новость за сегодня. Что это за сэр? Что? Что за идея? А? Когда? Что это? Yeah.
Атака с восточной стороны. Сержант, еще одна атака отбита. Да, сэр. Но какой ценой? Вызывайте медэвакуацию. Свяжитесь с Браво Майк 5. До утра они остаются на месте. Ночью к ним не пробраться. Да, сэр. Что-то. Сэр, мне кажется, они подходят к нам. Откуда такая уверенность? Просто чувствую. Сейчас проверим.
Троян, это браво, Майки Тейт, дайте подсветку. Пара. Ну, вот так вот. Слайпчика не взял. Вроде бы все. Всем быть начеку. Троян, это браво, Майки 5. Спасибо. Сэр, браво, Майки 5 возвращаются. Отлично. Самое время. Всем приготовиться. Примкнуть штыки. Ударим первыми. Вперед! Ай-яй-яй. Там. Move 200 meters front. Cover me. We'll go. On the move. 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20. Silence. Form line. That's okay. Move left.
Что-то... Ай-яй-яй. Да. Мам? Блин. Понял. А мы где? А? Там. Чекай, 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 чекай. Move 75 meters. Front. On the move. Move, move. Oh. Oh. Пяточка. Черт! Пулеметы! Нам не пройти! Сержант, свяжись со змеем! Пусть пройдет по верхушке холма!
Боливарки. Спасибо, Змей 2. Все, вперед! Ты да устно. Что ты говорил? Стороны сражения считают, что одержали победу в нем. При этом следует отметить, что северо-вьетнамскому командованию не удалось осуществить стратегический замысел своего наступления – взятие Плейме, Плейку и выход в прибрежные районы. Потери сторон, особенно вьетнамской, были очень тяжелыми. За 3 дня боев потери сил США составили 79 человек убитыми и 121 ранеными. 2 вертолета Юг-1 совершили аварийную посадку с боевыми повреждениями. Однако обе машины оказались пригодными к ремонту и были эвакуированы другими вертолетами. На поле боя американцы насчитали 634 трупа солдат ВНА
и еще 1200 были предположительно выведены из строя, убиты или ранены. 6 человек взяты в плен. Петро. В 1961 и 1962 годах Нго Динь Зьем, глава правительства Южного Вьетнама, несколько раз просил о помощи в обеспечении безопасности США и их союзников. Австралия в конечном итоге ответила, отправив 30 военных советников в составе австралийской команды подготовки армии Вьетнама, известной также как «Команда». Их прибытие в Южный Вьетнам в июле-августе 1962 года стало началом участия Австралии в войне во Вьетнаме. В июне 1965 австралийское правительство выделило первый батальон Королевского австралийского полка, который служил вместе с американской 173-й воздушно-десантной бригадой в провинции Бьенхоа. Постараемся. Группа, смотреть по сторонам. Выдвинулись.
Группа стоп. Интересно, что делает лопата посреди дороги. Всем внимание. Лопата? Где лопата? První, to je dobré. Já nechci být první. Всем стоять! Мина! Лукас! Аккуратно убери ее! Сэр, это пачка сигарет. Смотря для кого. Это Лукас. Это Лукас. Я не знаю. Сигарет? Пласт. Ай, ай, ай. Мина, мина. А что с тем? Нехти. Вот крысы. Все чисто, сэр. Хорошо. Продолжаем движение. Смотрите под ноги по сторонам. Thank you.
Это... Чисто? Группа стоп. Лукас, проверьте кусты у дороги. Осторожно. Ай-яй-яй. Пас. Мина, мина. Это хуже. Ловушка с кольями. Вижу. Всем внимание, деревня близко. Передвигаемся осторожно. Чека. Буду. А где там чека? Go.
Леон. Командир. Velitelné první. A je patrný. Группа стоп. Дальше деревня. Разделимся на две группы. Лукас, берешь с собой пару человек и проверяешь деревню. Мы страхуем на середине. Что найдете, сразу сообщаете. Деревня не проверена, соблюдайте нейтралитет, но все возможно. Проверяйте все помещения, соберите все, что указывает на присутствие ВСИ. Местных не трогаем, но всем быть начеку. Все, двинули. Taiwan, Vietnam. Yeah.
Бочки с китайским топливом. Окей. Мерома. Что ты за вид? Что там? Ловушка, да? Кобра, да? А, кобра. Палто. Давай кобра, э? О. Палить барак, а? Почему? А это то выпалило, а? Да было нам кого-то. Нет, конг. Конг, а не знаю, а? А? Нет, Конг. Ай-яй-яй. Что там? Заебали? Конг? Да?
условия. Ну-ка, настроение. Это бабочка, а? Это что? Полетать. Батун. Да, все, ставим, да? Где? Там. Кто? А кто? Там сам дел. Там. Направо, направо. А? Гоня. Куда нашли? Еще один армейский ящик. Ночью без сил ходил, да? Кривая кобра, да? Опаган, да. Ночью без сил ходил. Не точно редком козы. Ну
летать. И? Дай. Берчил, да? Боты, боты, да? Армейский ящик. Мама? Нашли? Напалка. Развита. Четыре. Это как? Что там? Что за хуйня? Здравствуйте. Реклама. Yeah.
Это было. Бочки с китайским топливом. Угу. Бочки, бочки. Армейский ящик. О. Ай-яй-яй. Там. Маш. А?
Ночь. Да? Что там было? Слышь, какой я начал? А? А что ты? Еще один армейский яич. Это что? Это я хоть там. Мина. Что это? Хотел бы сделать. Что это? Да? Ты я нашли. Yeah.
все. Хуя. Что? Ну ты где? Что-то... Куда затёк без себя?
Ночью. Ай, там. Куда ты? Ну? Магазина такая. Да? Да, ага. Ну, короче, ура. Это ты на бен. Сэр, мы нашли магазин АТК, армейские ящики и китайские бочки. Похоже, весь и бывает здесь. Старейшина говорил, что не видел их давно. Сделаем так. Сейчас уходим, но будем наблюдать. Мне кажется, сегодня или завтра они появятся. Все, уходим. Это мина, а? Бомба.
Вот и партизаны. Орел один, это Барсук. Прием. Барсук, это Орел один. Докладывай, прием. Орел один. Беси в деревне. Два человека. Встретились со старейшиной. Прием. Барсук, продолжай наблюдение. Нужно узнать, где их лагерь. Мы не можем их потерять, поэтому работаешь один. Не потеряй их, проследи до самого лагеря. Прием. Принял, Орел один. Конец связи. Черт, придется еще и следить за ними в джунглях. В этом мина, мина, а? Эй, что то? Как то? Я...
Do this.